Кажется, мы уже попрощались. Ну, тогда я не знал, что тебя берут в московское управление. Поздравляю. Спасибо. Влад, тебе правда не стоило приезжать. Ты с мужем? Мы с тобой уже все решили. Ты же не собираешься? Нет. Я правда приехал просто пожелать тебе удачи на новом месте. Ты уедешь, и я тебя забуду. Обещаю. Спасибо. Хорошо выглядит. Привет ему передавай. Я буду скучать по твоим глупым шуткам. Поезд номер 1525 Белгород-Москва прибывает на первый путь. Стоянка 4 минуты. Кажется, твой. Прощай, Влад. Прощайте, Елена Александровна. Удачи в Москве, товарищ полковник. Тимаков! Влад, ты где? Подъезжай сейчас на старую картонную фабрику в западной промзоне. А что там? Убийство. Похоже, наш профиль. Новости. Не отвлекайся. Твоя задача не допустить партера. Да ладно, дай девка, отдохнуть. Тихо. Немного. Хорош. Давай, пролезай. Тихо, тихо. Все, Тин, дождалась. Через неделю твой первый бой. Уже. Что значит уже, а? Тише, тише. Что значит уже? Ты целый год... тренировок не вылезаешь. Хватит уже отсиживаться в зале, пора немножечко подраться. Я же знаю, на что способен. Меня нюх на чемпиона. Смотри, перед боем дашь интервью, скажешь про Глеба. Что сказать? Ну, что-нибудь хорошее, что вы встречались пока. В общем, это поможет раскрутке боя. В прессе напишут, что неофициально турнир памяти Глеба. Почему неофициально? Так, все, Тим, проехали. Давай, иди тренируйся. Тина! Ринг! Виктор Ремезов, глава Ворошиловского района. Убит гаечным ключом, ключ бросили рядом с телом. Смерть в районе 12, ну, плюс-минус 1 час. Тело обнаружил сторож во время обхода. Неплохое корыто. Чего он тут забыл, только непонятно.
Ну и, конечно, сторож никого больше не видел, да? Ну, конечно. Степ, ну опроси его еще раз. Поднажми на него как-то, ладно? Ну, орлы, накопали уже? Товарищ полковник, вы что, подорвались-то? Я понимаю, Ремезов огромная шишка, но уж не губернатор. Типун тебе на язык, губернатор. Сверху уже звонили. Дело под особым контролем. Если что, мне первому прилететь. Поэтому и подорвался. Понятно. Пошло добро по трубам. Есть 4 подъезда, если считать грунтовку. Еще можно через коттеджный поселок. Ну, там дорога перерыта, я знаю. Ведь... Ладно, работайте. Тимаков-старший. Всю информацию мне в любое время. Хорошо. Да, товарищ генерал? Эдик, нужно будет собрать камеры от Ленинки до Окружной и Октябрьского шоссе, да, Степ? Вот орудие убийства. На нем есть пальчики. Пап, я даже мечтать не могла, что меня так быстро выведут на бой. Реальный рейтинговый бой. И вообще, знаешь, что это значит? Тинг, я в этих твоих муму ничего не смыслю. ММА, пап, смешанные боевые искусства. Ну, не так уж сложно. Ну, ладно. ММА. Вообще, ты молодец. Правда, и учитель из тебя был хороший, ну и бойцом будешь. Ого-го. Так, не начинай. Учитель из меня был бы никакой, даже пробовать не буду. Зря 5 лет потратила. Зря ничего не бывает. Конечно, с детишками сложнее, им лицо не набьешь. Но это твой выбор. Что бы ты ни делала, я всегда буду на твоей стороне. Пап, спасибо, что ты меня поддерживаешь. Был бы Глеб, он видит оттуда, будет болеть за меня. Скажи, дочь, ты для себя дерешься или для него? Кто последний видел Ремезова и кто контактировал с ним утром. Предварительный отчет есть, Филипп? Да, вот он. Время смерти около 11, убит гаечным ключом. Есть отпечатки. В нашей базе не числится, в МВД тоже. Понятно. В Рубзоне камер нет, но сторож, который обнаружил тело, вспомнил, что видел днем такси. Заехал через Ленинское, а выехал другим путем. Номер, время? Не помнит. Помнит только шашечки. Так, понятно. Внимание всем! Промежуток с 10 до 12. Все машины такси по Ленинскому проспекту в сторону промзоны. У меня была. Секунду. Вот. 10:32. Она на Рыбной повернула, там же камер нет. Номер, брат, номер. Что за бред? Знакомая тачка? Похоже на то. Ну и? Скажи криминалистам, пусть готовятся на выезд. Что? Хорошо, я дома, жду тебя. Что, Влад едет? Так, я пошла. Тин, ну куда ты? Всю жизнь будешь от родного брата прятаться. Я не прячусь. Просто не хочу его видеть. Дочь, послушай, пора уже остыть, в конце концов. Остыть? Пап, ты серьезно? Из-за него погиб человек, которого я любила и люблю. Может, мне к нему остыть? Рано или поздно придется. Не остыну, не прощу. Пойдемте чай пить. Что-то случилось? Мам, все нормально. Я чай не буду, я на тренировку поехала. Влад не на чай едет. Он по работе, ненадолго. Какая у него здесь может быть работа? Это, конечно, не мое дело,
Ну разве вы можете допрашивать собственного отца? Меня пока еще никто не отстранил от расследования. Итак, пап, он сел у тебя на стоянке, потом ты его повез на фабрику и подождал 10 минут. Может, 15. А потом повез на Советскую. Здесь есть регистратор. А регистратор работал, когда ты его вез на фабрику? Конечно. Так. А пассажир, он где сидел? Сзади. Я еще удивился. Угу. А потом куда ты его повез? После фабрики? Потом я его высадил на углу Советской и Карла Маркса, а сам поехал домой. Что происходит? Ой, Владик, будешь чай? Нет, мам, спасибо. И друзей пригласи. Тань, иди в дом. Все хорошо, иди в дом. Скажите, вы недавно мыли машину? Ну да. До или после уже? После, только что домыл. Черт, пап, зачем? Чтоб чистая была, лето, пыль. Извините, но нам нужно снять ваши отпечатки пальцев, чтобы исключить их из дальнейшего осмотра автомобиля. Надо. Регистратор карту изъял? Да, все изъяли. Я помогала мыть машину. Снимите и мои тоже. Это моя дочь Тина. Пап, тебе надо будет поехать со мной. Поможешь составить фоторобот. Может, ты объяснишь, что происходит? Иди в дом. Или что? Ничего. Пап, я еду с вами. Так, Влад, иди в машину. Тина, останься с мамой, успокой ее. Она разнервничалась. Нос, кажется, другой. Вообще, я его плохо разглядел. Он сидел сзади. Такой нос. Ребята, есть что-нибудь? Да. После фабрики они поехали в Ворошиловский район. Ваш папа высадил пассажира на Советской 15. В слепой зоне. Ладно, я знал. Ты, главное, не волнуйся и сосредоточься. На регистраторе есть что-нибудь? Ничего. Как ничего? Вообще ничего. За сегодняшний день все стерто. Может быть, это этот пассажир и все. И на карте на регистраторе отпечатки только твоего отца. Больше никто не прикасался, иначе стерлись бы. Влад, а? Тебя шеф вызывает срочно. Вызывали? Почему не передал расследование другому? Не знал, что родственников запрещено разрабатывать? Или забыл? Ну, мой отец, он пока еще только свидетель, поэтому я... Отпечатки пальцев с орудия убийства совпали с отпечатками Ивана Макарыча Тимакова. Что? Этого не может быть. Твой отец сказал, что пробыл на фабрике не больше 15 минут. Да. А ребята докладывают, что по данным с камер наблюдений и по пеленгу с телефона твоего отца, его машина находилась в районе промзоны около часа. Ну, промзона большая. Пока туда въедешь, пока выезжать будешь. Тут, мне кажется, надо еще все перепроверить. Проверят другие. Ты от дела отстранен. Как, то есть, отстранен? Все, Влад, свободен. Влад, что происходит? Куда меня ведут? Все нормально, не расстраивайся, я во всем разберусь, это просто недоразумение какое-то. Главное, не нервничай и делай все, что они тебе скажут. Ты все. Хорошо? Детка, ты все шалишь? А куда папа с Владиком уехали? Мама, они скоро приедут. А мы же собирались чай пить.
Мне тут снилось недавно, будто вы с Владиком. А опять вы? Где отец? У нас ордер на обыск. Что? Проходите. Я ничего не стирал. У меня регистратор сам включается, когда я машину завожу. Я его давно не трогал. А гаечный ключ давно трогали? Он из машины украл. Я задремал немного, пока его ждал. Он сумку в машине оставил и ушел. Ну, а я задремал, то ли на 15 минут, то ли на 30. Товарищ полковник, мне надо с ним поговорить. И думать забудь. Вы что, на моем месте вот так вот стояли бы и смотрели? Это отец мой. Его вон в убийстве обвиняют. А было еще что-то особенное вчера? Ну, до или после поездки? Не помню. Обычный день. Вы раньше не встречались с убитым? Ну, может, подвозили его? Нет. Нет? Не думаю. Нет. Только быстро. И в последний раз. Спасибо, товарищ полковник. Степан, дай мне 5 минут. Начальство в курсе. Владик, позвони маме, предупреди, а то она волноваться будет. Пап, тебя в убийстве обвиняют. Ничего не хочешь мне рассказать? Я его не убивал. С учетом тех улик, что есть, презумпция невиновности тут не работает. Найми мне адвоката. Что? На Береговой есть адвокатская контора Бергера. Договорись, чтобы меня защищал Аарон Моисеевич Бергер. Запомни, Аарон Моисеевич Бергер. Это все, что ты мне хочешь сказать? Сынок, все остальное я тебе уже сказал. Маму успокою. Послушайте, я вам сказал все, что мог. Пока вашего отца никто не обвиняет. Но подозревают, кто ведет дело, какие улики. А вы этого своего брата спросите? Ты можешь объяснить, что происходит? Я могу поговорить с отцом. Сейчас не лучшее для этого время, Тина. А давай подождем лучшего, пока все наладится. Пока дело не передадут в суд, родственникам не дают свиданий. Его будут судить? Ты ненормальный? Ты видишь дело? Нет, меня отстранили. Я не могу вести дело собственного отца. А, ну конечно, как всегда. Папу засадят, а у тебя руки чистые. Главное, правил не нарушить. Тин, ну чего ты несешь, а? Ну куда? Никто его никуда не засадит. Надо разобраться во всем. Нужно время. Да, ты разбираться не будешь, нет? И не надо, а тебя только хуже. Глеба ты уже погубил. Да сколько можно, господи. Глеб сам себя погубил, когда связался с контрабандой и криминалом. Я что ли его туда? Какой же ты мерзавец. Мерзавец тот, кто, прикрываясь спортом, таскал албанскую контрабанду. Рот свой закрой. Ага, потом как жареным запахло. Подумал, что его спасет добрый дядя из ФСБ. Да, потому что ты мог его спасти. Я мог его спасти, я мог. Но если бы дал бы, он пошел показания давать, был бы свидетель. Он был не стукач. Конечно, он был прекрасный рыцарь на белом коне. Ты не понимаешь своими куриными мозгами, что из-за этой сволочи тебя могли убить. Давай, давай висок, а потом на заднем дворе вон там зароешь. Да пошел ты. Иди сама. Я сама отца вытащу. Ты просто феерическая дура. Владик, Тиночка. А
Отца держат в ФСБ и никого к нему не пускают. Ну и дела. Ты говорил, у тебя знакомые есть там. Ну не то чтобы знакомые. Гош, мне нужно с папой лично поговорить. Ну порешаем. Сделаю позже пару звоночков, обкашляем ситуацию. Гош, мне нужно срочно поговорить с папой. Ты у меня один остался. Тим, да? Я тоже, у меня Глеб один был друг настоящий. Да что там друг? Брат просто. Просто такое дело надо вечером и не по телефону. Кстати, у меня тут тоже кое-что есть. Поможешь? Ну, конечно, что надо делать? Ты Бережа знаешь? С Каменки, белодысый чувак такой. Нет, это ты у нас всех знаешь. Короче, мне надо забрать учил одного чемодан с документами. За документы хорошо заплатят. Будешь дур, если поможешь. Ну, а что надо делать? Подвести тебя? Ну, подвести, подстраховать. Я думаю, этот чел просто так не захочет чемодан отдать. Слышь? Че? У меня отец в ФСБ сидит, а ты мне на уголовку толкаешь. Да какая уголовка, Тин? Документы тоже крадены. У меня отличный план. Просто нужен Моцарт. Мы будем в масках. Больше мне никогда такого не предлагай, ладно? Ладно, ладно. Сам не лезь. То Глеб уже полез. Да понял. Проехали. Вечером позвоню Фейсу. Насчет отца. На связь. Слышал, тебя на бой выпускают. Поздравляю. Глеб бы гордился. Да. А ты че, в зал не ходишь? Ну, у меня там кое-что. Кое с кем. Не хочу светиться. Кое-что, кое с кем. Гошу. Здрасте. Добрый день. Подскажете, мне нужно найти Аарона Бергера. А по какому вопросу? Мне нужен адвокат по уголовным делам. Дело в том, что Аарон Бергер уже не работает самостоятельно. Но если вы скажете, что конкретно? Дело в том, что моего отца, Ивана Тимакова, обвиняют в убийстве. И он меня попросил лично найти Аарона Бергера. К сожалению, как я вам уже сказал, Аарон Бергер не работает. Но у нас есть не менее... Спасибо. Другого не надо. Вообще-то я Гошу просила помочь. Вроде у него связи есть. Да какие могут быть связи у этого придурка? Давай-ка держись с него подальше. Послушай моего совета. Ром, он мой друг. С такими друзьями враги не нужны. Правильно сделала, что ко мне пришла. Мы все устроим. Здоров. Ну чё? Твой отец высадил пассажира здесь. Слепая зона. Угу. А затем углом офис Ремезова. Ты был уже там? Ты же попросил подождать. Ну чё стоишь? Пошли. Влад, я всё понимаю, но ты отстранён. Стёп, твоего отца обвиняли в убийстве? Ты бы дома сидел, скажи. А я не могу рисковать всем. А я один раз рискнул. Забыл? Ладно, во время допроса молчишь вообще. Хорошо. Хорошо. Пошли. Вот такие дела, Яш. Ты у нас парень Юрки. Приведешь ее в ФСБ? Простите, сударыня, мое любопытство, но что вам эта встреча даст? Я кроме отца никому не верю. Надо с ним поговорить, понять, что происходит. Дальше буду решать, как его вытащить. Возьмете ФСБ приступом? Надо будет, возьму. Не сомневайтесь, сударь. Яша, эта девушка – будущий чемпион. Она и не то возьмет. Так что хватит вытанцовывать и скажи, ты поможешь или нет? Приложу все усилия. Приложи, дорогой, приложи. И дедушке привет передай. Он приехал сюда утром, часов 9. Подписал пару бумаг, чаю попил.
Мне показалось, что он как будто время тянет, ждет чего-то. Потом уехал. А вы не спросили, куда? А вы своих генералов часто спрашиваете, куда они едут? Ну вы же его заместите. Формально. Фактически я был его секретарем. Подай, прими, принеси, пошел вон. Вот это все. А все решения всегда принимал только сам. Тем не менее, вы последний, кто видел его жену. Постарайтесь вспомнить, было ли в его поведении что-то особенное. Может, он говорил что-то? Ему никто не угрожал в последнее время. Может, что-то подозрительное было? На прошлой неделе, во вторник, нас обокрали. У нас была очередная планерка, обсуждали строительство новой детской площадки. В этот момент к нему в кабинет и залезли. Даже сейфа нет. Слишком аскетично, да? Не работает. И никогда не работал. А что украли? Да ничего ценного. Коричневый кейс, несколько сувениров, о, часы в форме дракона, пару бутылок спиртного и так, чепуха. А что в кейсе было? Да ничего, скорее всего, вор туда положил сувениры. Спонсоры постоянно дарят всякую ерунду и просят с ней сфотографироваться. А вора нашли? Да его и не искали. Ремезов сперва расстроился, а потом велел забрать заявление, чтобы время по пустякам не тратить. Мы пришлем криминалистов до этого. Не пускайте сюда никого. Я знаю, папа тут с вами не стоял, но заезжал же. В обед иногда. Перекусить, сыграть партейку. Угу. А когда в последний раз был? На прошлой неделе. Да. Тим, привет. Завтра с утра подъедешь ко мне. Порешаем насчет свиданки с папой. Хорошо, спасибо, подтянусь. Месяц назад твой отец говорил, что за ним следят. Может, он говорил, как выглядит этот человек? Говорил про какого-то парня молодого. То ли рыжий, то ли белобрысый. Белобрысый. А где он обычно работает? О, Ремезов никогда не был кабинетным чиновником. Весь день мотался по городу. Встречи, переговоры, совещания. Друзья у него были настоящие партнеры? Он мне об этом не отчитывался. Только давал распоряжение по работе. Я вам советую, проверьте его симки. В смысле, его телефон? Сим-карты. У него их много было, разных. Анонимных? Он хранил их в таком футляре для очков. Сверху еще эмблемка, значок, что ли, крейсер «Аврора». Разные. Для разговоров, для платежей. Электронные счета. Сегодня телефон не только для болтовни полезен. А сколько этих сим-карт было? Ну, из того, что я видел, штук 50, не меньше. Но вот чисто теоретически, ваш муж мог убить человека там, допустим, чтобы защитить детей, себя, я не знаю? Я не знаю. Почему вы меня-то об этом спрашиваете? Я не знаю. Что происходит? Вон, пошли, я сказала. Это ваша дочь? Вы дочь Ивана Тимакова, да? Вы можете сказать, почему ваш отец убил? Я сказала, вон, пошли, иначе я полицию вызову. Олечка, иди в дом, все хорошо. Все хорошо, иди в дом. Ничего себе. Ну, понятно, если дочь такая агрессивная, то и отец мог бы убить. Ты даже представить не можешь, как я себя сейчас агрессивно поведу, если ты не перестанешь доставать мою маму и писать гадости о моем отце. Это угроза? Ты сейчас прям... Ничего себе. Вон, пошли отсюда. Ну, в общем, пока еще никто ничего не понимает. Ты себе особо голову не забивай, отдыхайте спокойно, все. Как там Янка? Загорела немножко, наплавала, сейчас спит. Поцелуй ее там от меня, ладно? И это... Ну, ты про деда пока ничего не говори, хорошо? Да нет, не буду, конечно. Я соскучился, очень. Соскучились очень. Сейчас, погоди, кто-то пришел. А, это адвокат. Я тебе перезвоню. Целую тебя. Пока. Вошел в подъезд вместе с соседями. А адрес откуда узнали? Дедушка дал. Аарон Бергер.
Он согласился представлять интересы вашего отца. Во сколько ж мне обойдутся ваши услуги? Дедушка будет защищать его бесплатно. Вы альтруисты? Резонансное дело привлекает много клиентов и всегда окупается. Ну, это в случае выигрыша. Всегда. Гоша! Гош! Так точно. Хорошо. На связи. Дело Ремезова забирает себе Москва. Вся следственная группа переходит в их подчинение. Руководитель уже в Милютинске. Ты очень удивишься, когда узнаешь, кто это. Елена Александровна. Можно как раньше, Елена. Честно говоря, я был сильно удивлен, когда получил предписание. Значит, ты теперь руководишь расследованием. Да. Кто в группе старший? Я. Отправьте двух человек, пусть опросят всех сотрудников Ворошиловской администрации. Нужно узнать, с кем контактировал Ремезов за последний месяц. Любые встречи, от курьеров до губернатора. Сделаю. И мне понадобится отдельный кабинет. Мой подойдет? Шучу. Я надеюсь, что шутите. Подойдет переговорная напротив. Елена Александровна, у нас есть подозреваемый. Да, мне сообщили, я с ним позже побеседую. Это отец Влада Тимакова. Да, мне это тоже известно. Привет. Отлично выглядишь. Добрый день, сударь. Ой, да ладно тебе, не ершись, а. Я же устроил все, как ты хотела. У тебя будет целых 20 минут. Отлично. Я могу передать что-то папе? Что передать? Напильник в батоне? Вещи, тапочки, кружку, типа. Можешь, но только не на свидание. Ага. Погоди, стой. Слушай, а у тебя случайно нету колющего, режущего? Может быть, огнестрельное? Нет, даже батона нет. Нас там досмотрят. Тебя уж так точно. Угу. Потому что я не похожа на офисный манекен? Потому что у меня полное ощущение, что ты забыла паспорт. И сейчас скажешь мне, что тебя никто не предупредил. Дубликатом бесценного груза. О, чемпионки, оказывается, тоже читают Маяковского? Угу. Отлично, пойдем. Погоди. Насколько я знаю, дело твоего отца взяло московское ФСБ. И что это значит? Это значит, что если ты сейчас с ним не поговоришь, то вряд ли сможешь это сделать до суда. Как ты в целом-то? Ир, меня отстранили. Ребята, делятся некоторой информацией, конечно. В общем, я тебе хочу сказать, Ремезов этот, ох, непростой человек был. Папа, а мы с мамой катались на дельфинчиках, и я снимала видео. Ой, здорово, потом покажешь. Слушай, вообще, я что-то слышала про Ремезова. О, любимая машинка. Полтора года назад наши клиенты не могли сдать фасады магазина, потому что Ремезов запретил местному архитектору подписывать разрешение. А соглашение было. Чем закончилось? Потом подписали. Взятку дали? Влад, не надо со мной играть в эти игры. Меня там не было. Ирка, так здорово, что вы приехали. А то я что-то тут без вас совсем захерел. Влад, что с машиной? А, это сестричка у нас переволновалась. Да? Влад, срочно приезжай в управление. Что-то нашли? Срочно. Я тебе помогу. Тин, не надо. Влад уже договорился с адвокатом. Пап, Влад тебя сюда привез. От него только хуже. Для него главное закон, а не семья. Хватит. Владик все сделает. То есть я, по-твоему, сделать ничего не могу? Кто вчера говорил, что верит в меня? За тобой следили в прошлом месяце. Кто, кого ты видел? Был один. Странный парень, светловолосый такой, худой, крутился рядом со стоянкой, а потом я его еще рядом с нашим домом приметил. Потом он
пропал, я думал. Да я им рассказал об этом, но они все равно мне не верят. Пап, ты им все рассказал? Или мне нужно знать что-то, что им знать не следует? Ты сказал все как есть. Что мне скрывать-то? Тина, ты мне веришь? Ну, конечно. Ты веришь, что я не убийца? Пап, конечно, я тебе верю. Кому мне еще верить, кроме тебя? Девочка моя. Ты, главное, о маме забудь. Не могу. Я занят. Обращайтесь по этому вопросу к экономистам. Ты вернулась? Не совсем. Присядьте, Владислав Иванович. Владислав Иванович? Присядьте. Около года назад я вела дело о контрабанде. Я помню. Ерундовые эпизоды. Да, но с этим делом оказалось связано два человека, которые погибли незадолго до расследования. Несчастные случаи, якобы. Чиновница из Ворошиловской администрации и прокурор из Лагутника. А полгода назад я начала новое расследование. Я об этом ничего не знаю. Оно велось по приказу начальника Московского управления ФСБ. Прямо из Москвы. Никто из Милютинска не был поставлен в известность, включая шефа. Почему? А потому что в расследовании оказалось замешано очень много людей из Милютинска. Ремезов был очень важной фигурой в моем расследовании. И неделю назад он согласился дать показания в обмен на полный иммунитет. И ты уехала в Москву? Чтобы обговорить детали сделки. Я действительно не собиралась сюда возвращаться. Даже в своем новом кабинете не успела освоиться. Мой свидетель убит, а твой отец – главный подозреваемый. Гошу видел? Гошу видел? Гошу видел? Он здесь давно не появлялся. Знает, что его тут ждет. Должен тебе. И мне, и ребятам, а больше всего твоему промоутеру. Его несколько дней назад какой-то парень искал. Че за парень? Белобрысый, худой. Напуган был чем-то. Сказал, что ему только Гоша может помочь. У него еще чемодан был с собой. Чемодан? Кейс такой коричневый. И майка клуба Вуду. Это игровой клуб, который на 14-й. Спасибо. Лена, Ремезов всегда носил с собой футляр с кучей сим-карт. У отца их не нашли. Значит, это... Семин уже доложил мне о сим-картах. Как и о том, что ты потащился в офис Ремезова и упросил допустить тебя к опросу свидетелей. Хотя тебя отстранили. Ленка, я не мог сидеть, сложа руки. Советую так больше не делать. Я серьезно. Не подставляйся сам и не подставляй своих коллег. Сим-карты забрал настоящий убийца. Мой отец обыкновенный таксист. Он никогда не видел Ремезова. У него нету ни одного мотива для убийства. Года назад Ремезов проходил по делу ДТП, в котором погибла девушка. Но время тогда другое было. ДТП признали несчастным случаем. Ремезова оправдали.
какое это отношение имеет? Одним из свидетелей по делу проходил Иван Макарович Тимаков. Да. Твой отец был в той машине вместе с Ремезовым. Машина врезалась в остановку. Литвинова Мария, 22 года. Смерть наступила в результате множественных переломов. Ну, слушай, я первый раз об этом слышу. Твой папа соврал тебе, когда вы с ним разговаривали. Он как минимум знал Ремезова. Слушай, я могу посмотреть на дело? Нет. Около месяца назад на имя твоего отца был открыт валютный счет в одном небольшом банке. Ленка, каком банке? За сутки до убийства Ремезова на этот счет поступило 33 тысячи евро. А сегодня утром еще 67. Всего 100. Какой ты понимаешь, Лена, это какой-то бред, это ахинея какая-то. Послушай меня внимательно. Если твой отец не начнет разговаривать, я сделаю все, чтобы он сел до конца своих дней. Я посажу всех подельников Ремезова, включая его вероятного информатора из местного ОФСБ. Вот, то есть ты думаешь, что... Я ничего не думаю, Влад. Ты поговоришь со своим отцом и убедишь его выдать заказчика. Тогда ему зачтутся и его возраст, и желание сотрудничать. Пап, ты должен рассказать все. Иначе я не смогу тебе помочь. Это допрос? Нет, это разговор. Пап, ну он очень серьезный. Я уже все рассказал. 32 года назад Ремезов сбил какую-то девушку. Ты находился вместе с ним в машине. Давай начнем с этой истории. Ясно. Тогда скажи мне, сын, ты веришь в то, что я его не убивал? Папа, это не игра, верю или не верю. Есть улики, отпечатки, какие-то счета, и они не в твою пользу. Просто начни говорить. Нет. Я больше не скажу ни слова без адвоката. Можешь идти. $500 голды в драконах. Принял. Карточки Реал Мадрида в менеджере. Просят два комплекта. К вечеру оформлю. Привет. Илиша, знаешь, худой такой, белобрысый. Ты с какой целью интересуешься? Мне золото обещал нафармить в одной игре. Был тут несколько дней назад. Работать не работал. Спал 2 часа у себя и ушел. Ага, где спал? В том зале на диване у стены. Спасибо. Что творите?
скорую вызови. Еще спит? Хорошо. Ну, что я скажу? Все ее внутренние органы целы. Так что, по большому счету, ее здоровью ничего не грозит. Вот только что разве рука. Сколько у него времени для восстановления? Ну, у нее серьезные проблемы с рукой. Видите, связки повреждены. У нее бой через пару дней. Да вы что? Какой еще бой? Это невозможно. Хорошо, если через месяц сможет сжимать свои пальцы в кулак. Это было бы очень хорошо. Черт. Но, тем не менее, не вижу смысла ее здесь держать. Пойду подготовлю документы на выписку. Да, спасибо. Спишь ты или притворяешься? Хотя неважно. Я даже не хочу знать, что случилось. Я столько сил потратил, чтобы найти тебе соперницу и раскрутить этот бой. А ты так подвела меня. Ты такая же безответственная, как твой Глеб. Плевать на всех, кроме себя. Вообще-то я его плохо разглядел, он сзади сидел. То есть вы утверждаете, что пока вы спали в своей машине, ваш пассажир стер все данные с вашего видеорегистратора? Ну, а другого варианта нет. Потом он открыл ваш багажник, взял оттуда гаечный ключ и убил вашего знакомого. Господин Тимаков не видел Ремезова более 30 лет. Да, я его даже на фотографии не узнал. Но вы были на фабрике в тот момент, когда его убили. Скажите, а этот ваш пассажир был в солнцезащитных очках? Ну да, в таких дымчатых. Кепка, джинсы, рубашка, сумка. Все верно. У вас в машине нашли солнцезащитные очки. Так это мои. Вы сейчас в рубашке, в джинсах. А кепки любите? Ваши намеки выглядят как давление. Ваш пассажир о чем-нибудь говорил во время поездки? Да нет. Он все время в телефоне ковырялся. Потому что не было никакого пассажира. Вы договорились о встрече с Ремезовым. Приехали на завод, убили его и вернулись домой. Лена Алексеевна, давайте без ваших этих приемов, а? У вас есть какие-то доказательства или только домыслы? В каких отношениях вы с вашим сыном? В каких?
В нормальных отношениях, в хороших. А при чем здесь Влад? Ну, вы когда с ним разговариваете, он вам что-нибудь рассказывает о своей работе? Мы о многом говорим. Собственно, обо всем, о семье, там, о погоде. Ваш сын работает в ФСБ. Он когда-либо говорил о своих делах? Елена Александровна, помилуйте, какое отношение к делу имеет семейная жизнь моего клиента? Именно это я сейчас и пытаюсь установить. А вдруг этим таинственным пассажиром был ваш сын, а? По-моему, похож. Вы с ума сошли? Вам знакомы фамилии Черноштан и Приходько? Нет. А кто это? Я вам сейчас даю возможность добровольно рассказать, как и при каких обстоятельствах был убит Виктор Ремезов. Я никого не убивал. И мне больше нечего добавить к сказанному. Иван Тимаков, вы подозреваетесь в убийстве Виктора Ремезова. Вас поместят в СИЗО ФСБ, и там вы будете находиться до суда. Вы можете обжаловать это решение в установленном порядке. Я все понял, спасибо. Можно? Ну что, с сегодняшнего дня ты в отпуске. Серьезно? Служебно нигде не показываешь, вопрос никому не задаешь и вообще поменьше мелькаешь лицом. Это же приказ Елены Александровны. В тебе начато отдельное расследование. Ты лучше подумай, не ошибался ли ты в прошлом. Мы все понимаем, ситуация довольно странная. Но мы с этим разберемся. Но ошибок не должно быть. Все понятно. Так точно. Да, и мой вам совет. Отдохните несколько дней дома. Угу. Вас кто-нибудь встретит? Может, друзья, родственники? Может, вам такси вызвать? Не надо. Спасибо вам. Здорово. О. Ну что, как отец? Ничего, держится, спасибо. Тебя отстранили? Так, отпуск. Это что, все дело? Да не было там никакого дела. Вон заявление об ограблении офиса и фото подозреваемого. Просто в кейсе были документы, неясно какие. Следак стал проверять камеры. Почти сразу установил грабителя. Почему-то Ремезов забрал заявление, дело закрыли. А что ты вообще про него знаешь? Ты мутный тип. Наши его несколько раз брали в разработку, всегда ускользал. А в чем подозревали? Шантаж, заказные убийства. У него вроде как даже свой киллер был на подхвате. Ну, это всего лишь домыслы. Ты Бадрия Чичилию знаешь? Это типа олигарх, который? Mm-hmm. Я лично не знаком. Жена моя работает у него в конторе. Ну, вот Бадрий хотел взять в долгосрочную аренду Ворошиловский парк, mm-hmm. построить там рестораны, аттракционы, все такое. Он очень пытался договориться с Ремезовым. И олигарх не смог договориться с продажным чиновником? Я не в курсе всей истории. Знаю только, что не договорились. Слушай, Влад, мне пора. Я надеюсь, мы с тобой в расчете. Да, в расчете. Спасибо. Ну, у меня последняя просьба к тебе. Пожалуйста. Ну, насыпай. Ну, просто дело из вашего архива. Так. Где-то 32 года назад был несчастный случай, ДТП, в котором погибла девушка. Свидетелями по делу проходил Ремезов и мой отец, Иван Тимаков. Говорил, что мотоцикл тебя до добра не доведет. Все нормально, мам. Ну, конечно, нормально. Все девочки как девочки, ты прям как мальчик. Гоняешь, дерешься. Куда твой друг только смотрит? Как его? Глеб? Глеба больше нет. Уехал?
Да. Навсегда. Почему? Потому что ему нужна была помощь Влада, а он не помог. Владик не помог, он же такой отзывчивый. Мам, ты последнее время не видела возле дома незнакомых людей? Вчера эти странные люди. Журналисты, нет. Раньше, неделю назад, месяц. Был один парень. Раза два я его видела, или три. Это недели две назад, что ли, или три. А как он выглядел? Он высокий такой, худой, волосы белые. А чай? Ты каталась? Говорили, что никогда не встречались с Ремезовым. Да. А у тебя есть сомнения? А с вашим бывшим начальником Ефимовым до сих пор общаетесь? Он на пенсии 6 лет. Наверное, он не рассказывал вам, как 7 лет назад Ремезова собирались обвинить в шантаже сразу 3 чиновников. А ваш бывший начальник сделал все, чтобы замять это дело, и потом ушел на пенсию. И у тебя, то есть у вас, есть доказательства? Вы думаете, я хочу обвинить вашего бывшего шефа? Нет. А кого же вы хотите посадить? Тех, кто сейчас сотрудничал с Ремезовым, вплоть до его гибели. Значит, вы с ним никогда не общались и не контактировали? Это допрос? Нет. Я никогда не общался ни с Ремезовым, ни с кем-либо из администрации Ворошиловского района. У вас все? Пусть кто-нибудь сделает копии всех дел, над которыми работал Владислав Тимаков, начиная с самого первого. Ну так их немало, если все заново пересматривать. Этим будут заниматься не ваши люди. Я уже запросила из Москвы следственную группу. Я правильно понимаю, что вы нам не доверяете. Чуяло мое сердце, что-то не то. И сны еще в последние дни такие беспокойные. Мам, просто постарайся вспомнить. Где-то 32 года назад папа был свидетелем в деле о наезде на человека. Погибла девушка. Литвинова Марина или Мария. Не знаю, не помню. Я понимаю. У папы молодость была бурная. Работал в такси. После того, как он с тобой познакомился, все друзья исчезли. Так тебе говорил? Так было? Нет. Он в такси уже при нас пошел, чтобы тебе купить хорошую кроватку. Помнишь свою кроватку? В ней потом еще спала Тиночка. Да, я помню. Мам, послушай, это очень важно. Ты знала человека по фамилии Ремезов? Виктор Ремезов. Мне в последнее время что-то снится все время. Один и тот же сон, как вы с Тиночкой играли друг с другом в мячик. Вот прямо вот тут, во дворе. А я сидела здесь вот и читала, читала, читала. Читала. Дело о гибели Маши. Да. Думаешь, это так серьезно? В лучшем случае надолго. Полгода, год. Ясно. Что случилось-то? Долгая история. Слушай, ты можешь попросить кого-то из ребят перегнать мой мотоцикл домой? Он у игрового клуба на 14-й. Конечно. Давай ключи. Спасибо, я заплачу. Просто не хочу, чтобы эвакуатор, пусть лучше кто-то из ребят. Гоша пропал куда-то. Его Рома вроде забрал. Наш промоутер?
как это забрал? Ну, вроде денег должен. Много? Не знаю. Суть в том, что Гоша ляпнул что-то, что раз у Ромы такие хорошие юристы, то пусть все через суд решает. И? Ну и Рома отправил ему своих ребят с арены, чтобы восстановить авторитет, наверное. Сама у него спроси. Он про это знает? Этим проектом занимается несколько компаний, не только мы. Бадри хочет сделать из Ворошиловского парка что-то типа Диснейленда, такое масштабное, на всю область, а может, на всю страну. И что же ему мешает? Конкуренты. Есть московские нефтяники, у них свой план застройки. Заправка, торговый центр, колбасный завод. Кто побеждает? Нам неизвестны нормативы и требования города. А это усложняет задачу. И поэтому ты работаешь в выходной. Одна. Что ты делаешь? Да. Привет. Как рука? Привет, как ты узнал? От твоего промоутера. Наша контора ведет его дела. Слушай, Арен Бергер, твой родственник? Дедушка. Отлично. А он знает, что за папой следили? Твой отец говорил следователю. И что, они ищут его? Нет. Ясно. Сама найду. Сегодня твоему отцу предъявили обвинение. Яша, он невиновен, и мы должны это доказать. Я знаю. Я сделаю все возможное. Правда, поможешь? Да. Я как раз подумал, может быть, мы встретимся и обсудим это вместе. Извини, я перезвоню. А если я на работу к тебе так заявлюсь? Я же в отпуске. Хитрая ты морда. Слава богу, в офисе никого нет. А где Бадри? На какой-то фотовыставке что-то типа биеннале, а что? А мне поговорить с ним надо. О чем? О Ремезове? Я не могу его вызвать к себе в управление, меня отстранили. Вот и хорошо, он тут ни при чем. Он покупает людей, а не убивает. Ир, послушай, а если мы с тобой вдвоем на выставку, ты меня заодно познакомишь? Нет, Влад, у меня много работы, это во-первых. Во-вторых, вход только по приглашению. Приглашение – это не проблема. Ты собираешься корочкой своей махать? Не надо меня позорить, пожалуйста. Влад, он мне не друг. Я не могу просто взять вас и представить друг другу. Прости. Мне нужно поговорить с Гошей. А у него сейчас бой, и контракт уже подписан. А ты задолго? Это из-за его длинного языка. Когда я одалживаю деньги, я рассчитываю, что мне их вернут, они выставят меня лохом перед моими же друзьями. И ты решил вести его на убой? Ну, чтобы восстановить авторитет перед друзьями, да? Я не уверен, что тебе нужно за него переживать. Ром, моего отца обвиняют в убийстве. Возможно, у Гоши есть информация по этому делу. Возможно. Ох, как все закрутилось. Тебе недолго осталось ждать, он уже на разогреве. Уважаемые дамы и господа, мы приветствуем вас на кубке мэра города Милютинск! И перед началом основного карда я с гордостью представляю вам бой Руслана Ефимова и Георгия Полоскова! Итак, поприветствуем наших бойцов! В синем углу ринга, любимец публики, звезда ММА, Руслан Ефимов! В красном углу ринга встречаем молодой проспект, уроженец Милютинска,
Георгий Паласко! Стоять! Я уже достаточно шел тебе навстречу, Егорша, и больше этого делать не буду. И на твоем месте я бы задумался, почему. Боец, перчатки. Либо приветствую вас, рефери в ринге Роман Колосов. Боец готов? Боец готов? Первый раунд, бой! Сегодня закрытый показ. Вход только по приглашениям и по списку. Мне по работе. Знал, что ты любишь живопись. Мне стоит спросить, что ты тут делаешь? То же, что и ты. Ты тоже пришел сюда с мужем и его коллегами? А, ты с Ильей. Ну, сама, по расследованию. А, Влад? Да. Илья, муж Елены. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. А мы с вами знакомились, кажется, год назад на юбилее вашего шефа. Да, точно, да, точно. Вы тогда с супругой были, да, Ирина? Да. Она здесь где-то? Нет, работаю много. Ну, это понятно, да. У меня такая же история. Завтра опять на 5 дней в командировку уехать. А Елена тоже без дела не сидит. Ладно, ребят, не буду вам мешать. Вы о делах, наверное, хотите поговорить. Нет, нет, я не собираюсь здесь обсуждать дела. Понятно. А коктейль тебе принесу? А, безалкогольный, да? Все, приятно было. До свидания. Поговорить надо. Не здесь. Нет, Влад. Нам с тобой не о чем разговаривать. Боишься за него? Я была здесь с Глебом, он тоже участвовал в арене. Да, до рейтинговой карьеры, я его здесь впервые увидел. И, кстати, знаешь, кто его втянул в историю с контрабандой допинга? Какие-то албанцы. А познакомил его с этими албанцами наш общий друг. Да, а ты не знала? Денег с ним дам, а у меня уже давно на него накипело. Корпус ему! Корпус! Хватит! Стоп! Гош! Гоша! Врача! Гошенька, ты живой? Гош! Девушка, Гоша, не мешайте, отойдите! Ты слышишь меня, Гош? Самарон. Ему, конечно, надо в Европу, да? Надо в Париж, да? Куда-то, да? В Амстердам. Да? Так выпей с нами за гения. Извините, Воля. Я с
Господин Бадрий, как вы решились на эту выставку? Я горжусь своим племянником, его стремлением к красоте, к совершенству, к гармонии. Ну, а о картинах он вам сам расскажет. Спасибо. Скажите, что вас вдохновляет? Господин Чичилия, мне нужно задать вам пару вопросов. Тимаков Владислав, капитан ФСБ. Извините, я сейчас занят. Не могу вызвать вас повесткой. Ну, вызывайте. А сейчас не мешайте нам, пожалуйста. Что планируете написать для меня? У меня есть пару вещей, которые хочу написать. Пару цифров. Ну что ФСБ хочет от моего мужа? Ну, пока только лишь информацию. Ну, а он что, не дает? Ну, может быть, даст это другое? Ну, вы что, прям так знаете дела вашего мужа? Дела моего мужа? Нанять смазливую сотрудницу, переспать с ней и искать новую. Он только строит из себя бизнесмена, кобель. Даже меня не стесняется. Но я тоже решила все перестать стесняться. Ваш муж интересуется Ворошиловским парком. Он интересуется теми, кто разрабатывает для него этот грандиозный проект. Это женщины, 20-30 лет. Все художники, дизайнеры, пиарщики, там бухгалтерия. Это просто конкурс красоты. То есть, по-вашему, будущего у проекта нет? Это лишь... А мой муж давал взятки всей администрации Ворошиловского района, чтобы получить парк в аренду. Но его кинули. И теперь парк достанется не ему, а москвичам. Печально. Да, но надеюсь, что там вернут какие-то документы и все разрешится в его сторону. Это все чушь. Поехали отсюда куда-нибудь по танцу. А что за документы? Ну, это какое-то там решение городской администрации, комиссии, нормативы какие-то для застройщика. Я не знаю, их украли. Украли у Ремезова? Я понятия не имею. Ну, банали. Обещал деньги любому, кто ему их принесет. Много? Ну, машину хватит. Поехали. Там, за набережной, есть потрясающе. Поехали, любимая. И не выводи меня из себя. Предлагаю вам покинуть это место. Иначе что? У нас закрытое мероприятие, а вы отстраненный от работы сотрудник. Мы, конечно, можем вызвать полицию, но ни нам, ни вам это не нужно. Просто уезжайте. И не возвращайтесь. Гош. Что с рукой? Ничего, нож. Напали на меня. Кто напал? Не разглядела в клубе у твоего беляша. Я его искала. Зачем? Думаю, что он следил за папой. Это ФС тебя порезал. Кто? ФСБшник какой-то. Беляш работал на него, украл документ. У Ремезова. Они были в чемодане, он его забрал. Беляш его спер, но ФСа не отдал. Почему? Думал, тот его убьет. Боялся. Хотел, чтобы ты его спрятал, а ты его кинул. Попросил меня помочь. Есть такой чел. Бадрий Чичили. Он готов нормально заплатить за эти документы. Как найти беляша? Тин, не лезь, тебе замочат. Гоша, где найти беляша? Майская, 66. Не лезь, Тин. В какую больницу вы его везете? В тройку. Скажи, чтобы остановил.
Майская, 66. Да, мам. Тина, доченька, ты где? Что случилось? Что-то плохое. Ты можешь приехать, пожалуйста? Да, конечно, сейчас заеду. Думаю, чаще всего люди, находясь здесь, спрашивают себя, можно ли было этого избежать. Я не верю в неизбежность. Тем не менее, она существует в виде последствий нашего выбора. Андрей, Иван, поясню на своем примере. Я бизнесмен, и мне всегда приходится рисковать активами. Если я угадаю стратегию, то выгода моя неизбежна. А если не угадаете, убыток? Тогда суровые дяди в погонах. У меня предприятие с валютной выручкой. Государство всегда смотрит на нас искоса, словно девица из песни. То есть вы ждали, что рано или поздно... Окажусь здесь? Не ждал, но был готов. Это неизбежно, как и то, что скоро отсюда я выйду, как только юристы соберут необходимые документы. А чем занимаетесь вы, Иван? Водитель такси. Что, не похож? Я могу честно признаться, думал, что вы какой-нибудь ультраправый политик. Ну, сами посудите, ФСБ и вы тут. Меня обвиняют в убийстве, которого я не совершал. Стоп, стоп. С каких пор ФСБ занимается убийствами? Убили важного чиновника, а я оказался неподалеку. И давно вы работаете в такси? Больше 30 лет. Жизнь заставила, когда деньги понадобились. Дети? Да. Сначала сын, потом дочь. Время было трудное. Когда ты утром спросила про чужих людей, я сразу поняла, что это не то. А вечером ты видела кого-то во дворе? Они могут наблюдать за нами издалека. Смотрят на нас. Прямо сейчас. Оттуда. Мам, иди спать, все будет хорошо. Что здесь делаешь? Поиграть пришел. А. Ищу кое-кого. Не его случайно? Влад, ты отстранен. Не забывай это. Лена, моего отца обвиняют в убийстве. Вот это я не забуду. Твой отец считает, что этот парень следил за ним какое-то время. Ты ничего об этом не знаешь? Я впервые об этом слышу. Ты нашла его или нет? А позавчера здесь ранили ножом девушку. Тоже интересовалась именно этим молодым человеком. Что за девушка? Лет 20-25. Высокая. Приехала сюда на мотоцикле. Была ранена в руку неизвестным мужчиной. Лен, нам необходимо серьезно поговорить. Я настаиваю. Здорово. Подписал показания? Да, я сейчас подойду. Ты видишь, что тут происходит? Непонятное. Я не могу оставаться в стране.
пожалуйста. Заезжай сегодня вечером. Я тебе уделю 5 минут, не больше. Зеленый хищник, 8 букв. Крокодил. Ефремов, к вам адвокат. Отгадывай. Сеяла тебя жизнь тюремная. Всю ночь не спал. Разговаривали с ним. Так быстро удалось разговорить? И что узнал? Да он особо ничего важного не рассказал. О чем вы тогда всю ночь разговаривали? О семье, о детях. Дети для него самое главное. Меня интересует не лирика, а его связь с убийством. Ничего. По первому впечатлению, обычно мужик-работяга. Безобидный таксист. Меня просили всех из окружения Ремезова, никто из них раньше не видел Тимакова. И знаешь что? Что? Я только больше убеждаюсь, что он причастен. Мой папа сейчас что-нибудь вам говорил о том старом деле, в котором погибла девушка? Он не любит вспоминать эту историю. Однако же вспоминал. Ну хорошо, ладно. Скажите мне, пожалуйста, как вы собираетесь защищать моего отца? Отрицать все, включая улики? У вас есть какая-нибудь стратегия, я не знаю? Несомненно. Какая? Но я не могу с вами делиться ею. По просьбе вашего папы. То он так решил. Он обиделся. Детский сад, ей-богу. Неужели он думает, что я ему зла желаю? Вы тоже так считаете? Вы хотите на чистоту? Было бы неплохо. Следствие считает, что в убийстве Ремезова замешана Милютинская ФСБ. И чем меньше вы будете находиться рядом с этим делом, тем будет лучше для... Меня? Для вашего папы. Ах, вот как. То есть мое присутствие здесь его компрометирует. Спасибо за откровенность. А когда вы мою сестру тайком приводите в СИЗО, это его не компрометирует? Это вы сейчас о чем? Ваш внук Яша приводил мою сестру к вашему подзащитному. Яша! И тем не менее, я работаю с вашим отцом, а не с вами. Понятно. Всего хорошего. Добрый день. Добрый. Простите, я никак не могу дозвониться до вашей сестры, а вы не знаете, где я могу ее найти? Нет. Яша! Да, деда. Я тебе еще раз напоминаю. На кону наша репутация. Всякая ошибка может привести к поражению. И я запрещаю тебе даже близко подходить к его сестре. Деда, я... Все, иди! Здравствуйте. А Георгий Полосков в этом отделении? А вы кто? Сестра. Он в палате интенсивной терапии. Состояние тяжелое, но стабильное. Посещение пока нежелательно. Угу. А, это мой номер.
Значит, позвоните, когда ему станет лучше. Майская, 66. Извини, совещание в главке. Так, вот, копия того самого дела. Только Влад, это… Спасибо, от души. Литвинова Марья Андреевна. В результате полученных от наезда травм Литвинова М.А. скончалась на месте, не приходя в сознание. Погибший остался шестимесячный сын. Чего ты? Узнал ее? Влад, алло. Это моя мама. Смерть наступила больше суток назад. Они считают, что это самоубийство. Ну, конечно, своевременное. Криминалисты все проверят. Это он следил за твоим отцом? Похоже на то. Ты сказала ему об этом? Да, как ты и просила. Они покажут фотографии этого парня твоему отцу. Надеюсь, это как-то поможет расследованию. Спасибо. Я что-нибудь должна тебе? Чашечку кофе. Может быть, еще эклер. В следующий раз. Может быть, завтра? Может быть. Договорились? Тебя куда-нибудь подвезти? Домой, если не сложно. Сложно. Это обойдется тебе еще в один эклер. Написано, 32 года назад тебя сбила машина, в которой находился папа и некто Ремезов. Черная Волга. Мне часто снилась эта машина, до сих пор. Мам, постой. Снится. Скажи мне правду, что тогда произошло? Почему тут написано, что тебя сбила машина? Почему тут ты, Литвинова Мария? Это не я, это Маша, моя сестра Литвинова. Это ее фамилия по мужу. Он бросил ее, уехал и никогда больше не возвращался. У тебя сестра была? Вы что, двойняшки? Очень похожи. Да. Черная Волга забрала ее навсегда. И я осталась совсем одна. И тут познакомилась с Ваней. Прямо у милиции. Угу. Тут еще написано, что у погибшей остался шестимесячный сын. Однажды мне приснилось, что ты забрался на дерево, упал и сломал руку. Мам, это не сон. Скажи мне правду, где этот ребенок? Кто он? Я забрала тебя. Мы с Ваней оформили усыновление сразу, как только поженились, и решили тебе ничего не говорить.
То есть вы с папой не мои родители? Мы с Ваней хотели как лучше. Прости. Надо было тебе рассказать. Мне сколько раз снился сон, как я рассказывала тебе правду, но... Ты вышла замуж. Ты знала о том, что папа был в машине? Нет. Я любила его. А потом пришла тьма. Я хотела отнести в газету материалы дела, чтобы все узнали, что новый глава района убийца. Я забрала дело в милиции. Ну, зачем ты сама его прочла? Я и не смогла ему сказать, и никому не смогла. Он не знал, что я знаю. Он улыбался мне, шутил, лгал. И ты все это время держала в себе, мучилась, держала? Только во сне я могла не думать об этом. О том, что прожила всю жизнь с убийцей. С убийцей своей сестры, твоей мамы. Ты моя мама. Ты. Ты куда? Не надо. По делам. Тина появится, скажи ей, чтобы она мне позвонила. Наконец-то. Боишься его? Презираю. Ладно. Спасибо, что подвез и подождал. Звони, как будет время на кофе. Сидишь в дом? Нет. Я же сказала, у тебя 5 минут. Ты мне хотел что-то рассказать о своем отце? О тебе. Ты же не просто так рассталась со мной, правда? На тебя надавили? Как раньше. Муж в командировке. Мы
пойдет с тобой. Нет только вина, сыра. И не будет. Понятно. Просто один раз ты мне как-то сказала, что здесь со мной ты была чаще, чем с Ильей. Тебе по-прежнему с ним так одиноко? Он любит меня. А ты его? Илья хороший человек. Но посредственный. Ты сюда о нем пришел поговорить, да? А может быть, хотя бы чаю? Спасибо. Полгода назад я вела одно дело. Они меня попытались давить. Кто-то из наших? Наоборот. Фигуранты расследования. И их покровители. Влиятельные люди, в числе которых был... Ремезов, конечно. Что, тебе угрожали? Меня шантажировали. Чем? Ремезов знала нас с тобой? У него были доказательства. Видео из той гостиницы. Еще фото в парке. Но я сделала вид, что поддалась на шантаж. Сама съездила в Москву, сдалась в УСБ. Сказала, что если они закроют глаза на мелкую служебную интрижку... На мелкую интрижку? То я проведу самое масштабное антикоррупционное расследование в регионе. Разворошу осиное гнездо. И Москва, конечно же, согласилась. Они дали зеленый свет. Полгода я делала вид, что меня можно купить или запугать. Сама потихоньку собирала информацию. Умничка. Ремезов стал твоим главным подозреваемым. Он очень быстро превратился в главного свидетеля. Понял, что шантаж не сработал и предложил сделку. Что же он тебе такого пообещал? Выдать всех своих партнеров. Коррумпированных чиновников, силовиков. Свой источник в Милютинском ФСБ. Вы нашли того парня, который за ним следил? Нашли. Это тебе. Завтра в 10 мой кабинет. На допрос? Зачем? Могу тебе сказать все, что ты хочешь. Сейчас тебе лучше уйти. Мам, как себя чувствуешь? Мне приснилось, что вокруг темнота, и мы бродим в этой темноте, как слепые на ощупь. Натыкаемся друг на друга, и никто не знает, куда идти. Странный сон. Страшный. Владику сейчас нелегко. Он тоже не может найти. Маму, хватит. Владику всегда нелегко. Всем легко, и ему. Да. Привет. Не спишь? Нет, привет. Я заеду через минуту, привезу кое-какие там документы. Хорошо. Опять ты? Пошел вон отсюда. Так, вообще здесь общественная территория, я могу находиться здесь сколько угодно. Слушай, я сейчас тебе фотокарточку испорчу. Ай-яй-яй, вот это уже нападение. И я подам на тебя в суд, поняла? Давай, про порчу имущества не забудь. Твоя камера на заборе была. Моя. О, Яков, ты прям вовремя подъехал. Вот она меня избила. И будешь моим адвокатом? Ты знаешь его? Тина, иди в дом, мы разберемся. Мы разберемся. А вы знакомы, да? Взялся освещать дело Ремезова?
Ну да, здесь вот, кстати, живет главный подозреваемый. Дедушка его защищает. А, Арн Моисеевич? Ясно, а я-то думал, что он больше не... А он, да. Понятненько. Ладно, давай рассказывай, кто тебя нанял и зачем. Это на меня компромат или на все управление? Я советую воздержаться от шуток во время допроса. Вас предупредили, что вы имеете право на бесплатного адвоката? Конечно. Но мне адвокаты не нужны. Я перед законом чист. Уверены? Больше он вас не побеспокоит. Да, только таких, как он, много. Этот занимается черным пиаром, пишет заказные статьи. Работал в том числе и на Ремезе. Я сразу поняла, что это сволочь. Спасибо, Яш. Ему заплатили аванс за публикацию любого негативного материала. О моем отце? О всей вашей семье. Кто заплатил? Перевели деньги с анонимного счета. Раньше он думал, что он принадлежит Ремезову. Нужно задержать его и сдать ФСБ. Нет, он все равно не знает, кто перевел ему деньги. Да ты что, не понимаешь? Возможно, настоящий убийца ему заплатил. Возможно, но он все равно не знает, кто ему заплатил. Он из тех, кому все равно. Тина, почему ты кричишь? Тина, это кто? Здравствуйте, меня Яша зовут. Вы мама Тины? Татьяна Андреевна, очень приятно. Тина мне про вас много рассказывала. Тиночка, а Яша это твой друг? Да, мам, друг. И очень близкий. Яш, ну может быть тогда вы выпьете чаю? Я только что заварю. А Яша спешит, мам. Но от чашечки чая я не откажусь. Люблю чай. Проходите, Яша. Беликов Руслан, по кличке Беляш, вам знаком? Нет. А вы его искали? Незадолго до убийства Ремезова он ограбил его. Я хотел задать ему несколько вопросов. Вам известно, что он мертв? Теперь да. Его убили? Коллеги вашего отца утверждают, что видели его несколько раз рядом со стоянкой Ивана Макарыча. Возможно. Возможно, он следил за моим отцом. Ваш отец когда-нибудь упоминал имена Натальи Черноштан и Олег Приходько? Нет, кажется, нет. Это вот чиновница из земельного и зампрокурора, про которых ты говорила. Да, погибли 2 года назад. Вы когда-нибудь интересовались полицейскими расследованиями этих эпизодов? Нет, зачем? Лен, ты что, серьезно думаешь, что мой отец преступник, и я ему помогал? Мы получили постановление на обыск твоего дома. Мы проведем обыск, и я тебе скажу, что думаю. Не стоит общаться с журналистами, да и вообще с незнакомыми людьми. Это может навредить вам и вашему мужу. Спасибо. Очень вкусное варенье. И печенье, кстати, тоже. Ну, печенье-то я в пекарне покупаю, тут неподалеку, а варенье сама. Мам, Яков по делу приехал. Можно просто Яша? Да, привез важные документы. Ну, не то, что прям важные. Вот тут копия постановлений о задержании и об обыске. Мог бы по почте прислать. А, по-моему, Яша просто хотел тебя увидеть. Ну, вообще, да. Хотел пригласить тебя сегодня вечером на ужин, если, конечно, мама не будет против. Яша, это такая замечательная идея. А то она все время то дома, то он на этом ужасном мотоцикле, то драки эти. Яша, а вы не деретесь? Мам, хватит. Ну, я не дерусь, но не вижу ничего плохого в драках. Конечно, если они идут по правилам. Так, правильный ты наш. Давай, допивай чай и топай. Так, а ужин? Дома поешь. Тина. Ну ладно, я подумаю.
Я не знаю, что вы хотите найти. Это ложный след. Когда Беликов ограбил Ремезова, он забрал кое-что более ценное, чем сувениры или документы по парку. Ты говоришь о сим-картах, которые находились в футляре с Авроры? У Беликова их не обнаружили. Вероятно, их забрал убийца. Его убили? И пытались замаскировать под самоубийство. И ты думаешь, что это я? Влад, добрый день. Что происходит? Простите, здесь нельзя ничего трогать. Это мой компьютер, дайте. Ир, это формальность. Не переживай, тебе компьютер вернут. У нас обыск? Да. Из-за твоего папы? Почему ты не на работе? Я забыла ключи от переговорной. Ир, я тебе вечером все объясню. Ты ее офис обыщешь? Она знает. Что знает? Она знает про нас. Я видела, как она на меня посмотрела. Ерунда. Тут ты тоже ошибаешься. Поспеши. Изъятие электронных устройств. А это что? Ага. Подписка о невыезде. Ладно. Я в порядке. Попросил медсестру не пускать кое-кого. Заедешь? Заеду. Давай, пока. Деньги решают вопросы. Любые. Так что быть бизнесменом очень хорошо. Выпей, Иван Макарович. Коньяк просто божественный. Я вообще там не особо пью. Да ладно. Настроение сразу поднимется. Андрей, мне бы жене позвонить. Телефон бы. Да не вопрос, будет тебе телефон. Пей, Иван Макарович. Спасибо. Дома они у меня ничего не нашли. Но считают, что я помогал отцу, прикрывая его. Значит, они забрали только компьютер жены? Да, там дочка только в игры компьютерные играла. За себя я тоже не боюсь, я чист. Меня вот волнует отец. Они считают его наемным убийцей, работавшим на Ремезова. А вас они кем считают? Вы ведь и на том суде были адвокатом, защищая интересы Тимакова и Ремезова. Я не могу обсуждать дела моих клиентов ни прошлые, ни настоящие. Тридцать два года назад моя мать потеряла близкого человека. А один ребенок остался сиротой. Меня очень волнует, кто тогда был за рулем. Ремезов или мой отец? Я вам сказал все. Спасибо. Ты все подготовил к завтрашнему дню? Да. Тогда займись элеватором, у них завтра первое слушание. Я сегодня не могу, вечером занят. Что так?
У меня деловой ужин. Кстати, хотел у тебя попросить карту трапеции. Нас будет двое. Ты пригласил кого-то в трапецию? Яша, кому ты хочешь запудрить мозги? Да никому я не собираюсь. Я надеюсь, что это не дочь нашего клиента. Не волнуйся. Это деловая встреча. Спасибо. Ну, здорово ж ты. И тебе не хворать. Нашла беляша? Нашла. Мертвым. Да ладно. Все-таки добрался до него ФСБшник. Белеш, говорил опасно. Боялся его, как огня. Он сказал украсть ему документы или нужны были симки. Какие симки? У Белеша в чемодане был футляр с симками. Я без понятия. Бадри заказал найти документы из чемодана, а Беляш вообще ничего не рассказывал, только трясся. И он попросил у тебя помощи, а ты его ограбил. Ну, чтобы срубить бабла с Бадри. Хороший друг. Ну, прям-таки другом он мне не был. А Глеб был. Гоша, это ты познакомил его с албанцами? Тин, я же его не заставлял возить эту дрянь. Но знал я одного парня с общаги на Курской. Через него Глеб вышел на албанцев. Они варили допинг. Им нужен был распространитель по стране среди спортсменов. Ты хочешь сказать, что Глеб подсаживал людей на эту дрянь? Да он сам сидел на этой дряни. Ты думаешь, как он бои выигрывал? Пару уколов за полчаса до боя и потом несколько таблеток после, чтобы тесты нормально пройти. Я тебе не верю. А ты хоть раз спросил его, откуда у него деньги на все эти шмотки, гаджеты, рестораны, тачки? Думала, спонсоры платят. Ага. Да все шло нормально, пока менты не взяли этого парня с Курской. Он знал немного, но Глеба стали таскать на допрос. И албанцы его убили, чтобы он их не сдал. Да надо было сдать! Конечно. А ты бы и сдал. И меня бы сдал, и Глеба сдал. Чем? Да ты чего? Да я за тебя. Гошенька, а ты что встал? Тебе вообще волноваться нельзя. Он и не волнуется. Тин! Тин, постой! Ир, чего ты на звонки не отвечаешь? Работы много. Ты из-за компьютера, что ли, обиделся? Его вернуть. Влад, ты обманул меня вчера. Ты поехал общаться с Бадри. Ну, пообщался. И что такого? Шоу обязательно было на людях устраивать? Да я просто с ним хотел познакомиться. С женой ты его хотел познакомиться. Это он тебе рассказал. Многим, смотрю, делится. Насколько вы близки? Что происходит, Ир? Ты можешь мне объяснить? Ты что, смеешь спрашивать, что происходит? Ну, прости меня. Я, да, может, что-то ляпнул не так. Что? Ты привел свою любовницу в наш дом. Ты за это не хочешь извиниться? Какую любовницу? Господи, Влад, так жалко, когда ты выкручиваешься. Я не выкручиваюсь. Я знаю. Я уже полгода как знаю. Мне прислали анонимное письмо с фотографиями, с подробным описанием вашего романа. Я молчала только ради дочери, ради семьи. Ира, это закончилось с полгода назад. Я клянусь тебе. Прости меня, если могу. Ира. Ты посмел меня обвинить в измене.
Ну, а после учебы сразу пошел работать дедушке в контору. К уголовке он меня не допускает. На мне арбитраж и административка. Ну, а ты? Давно занимаешься боями? Зачем ты меня привел в такое понтовое место? Тебе здесь не нравится? Не то чтобы, просто я отвыкла ходить на, ну, вообще куда-то с кем-то ходить. Ты хотела сказать на свидание? Представь, что это просто дружеская встреча. У тебя насчет свидания это принцип какой-то или ты из чего-то другого? Из-за Глеба? Мне твой промоутер рассказал. Я знаю, что такое терять близких. Мои родители погибли в аварии, меня воспитал дед. Ну, у тебя ведь есть семья, друзья. Есть. Мать живет в своем мире, отец в тюрьме. Друг оказался подонком, а брат... Ты его всегда не любила? Да, я молилась на него. Старший брат всегда поможет, защитит. Сволочь. Понимаешь, я просила, я умоляла его спасти Глеба. Может быть, он просто хотел тебя защитить? Боялся, что Глеб тебя как-то обидит? Это ведь он тебя привел в ММА? Да, и что? Он меня научил не быть овцой. Влад, плевать, чего он боялся. Я думала, что могу на него положиться. Не могу. Только на себя. И на меня? Да. Да. Честное слово. Нет, может, я, конечно, не самый лучший боец, но засадить на 15 суток за побои я всегда смогу. Что честно тебе сказать. Да-да. У нас с тобой ничего не получится, извини. Ничего страшного. Ты все равно можешь мне доверять. Ладно. Тогда расскажи что-нибудь про следствие. Следствие считает, что у твоего отца были подельники ФСБ. Ты, наверное, в курсе, что у твоего брата был обыск? Нет. Какой-то ФСБшник точно в этом замешан. Ты знаком с Бодри Чичелей? Лично не знаком, но наслышан. Первый богач в городе. Он объявил охоту на документы, которые украли у Ремезова. Его должны допросить, это мотив. Что они у него спросят? Правда, что вы объявили охоту на украденные документы? Ну, тогда я спрошу. Мне нужно с ним встретиться. Вряд ли он тебя примет. Возможно, у меня получится организовать вам встречу. Любой каприз за ваши деньги. Ой, спасибо. Спасибо. Я сейчас быстро... Алло, добрый день, это стоматология. Тимаков беспокоит. Я на этой неделе записан на чистку. Вы аннулируете запись, я не смогу подъехать. Спасибо. Макарович, ты же вроде бы жене хотел позвонить. О, да, верно.
Здравствуй, Таня. Я в порядке, не беспокойся. Влад обо всем позаботится, да, все устроит. Ты за Тиной проследи. Целую тебя. Пока. Макарыч, телефон надо будет отдать через час. Тебе уж и некому звонить? Да нет. А детям? Звони хоть по межгороду, все оплачено. Может, в службу доверия позвонить? Ну, существует такая. Если тебе плохо, ты им звонишь, рассказываешь обо всем, что беспокоит. Так расскажи мне. Я могу не только советом помочь. У меня кое-какие знакомства есть. ФСБ есть? Да везде есть. Только ты должен рассказать, как здесь оказался. Ну, подробности дела. Так я же все рассказал. Кому? Твоим коллегам. Коллегам? Из ФСБ! Я не убивал Ремезова! Можешь передать это Елене Александровне или кто-то твой начальник! Ир, привет. Привет. Извини, что так внезапно, просто не телефонный разговор. Говори. А ты знакома с Бодрей Чичелей? Тебе Влад послал? Нет. Просто, возможно, Бодрей Чичелей причастен к делу моего отца, и мне очень нужно с ним поговорить. К сожалению, не могу ничем помочь. Ясно. Извини, что побеспокоила. Передай своему брату, чтобы никого ко мне больше не посылал, ладно? Ир, что случилось? Разводимся. Почему? Потому что у него есть любовница, кстати, которая занимается делом вашего папы, Елена Захарченко. Не знала? Да. Привет. Я договорился о встрече с Бадри. В первый раз он действительно звонил в стоматологию. Мы проверили, есть запись в журнале. А второй звонок? Жене. Он как-то странно с ней говорил. Этого мало. Он не простой мужик, как хочет казаться. Это манипулятор. У меня чутье на таких. В прошлый раз твое чутье говорило ровно обратное. Ладно, план с наседкой не сработал. Подключайся к группе Сазонова. Хорошо. Яша, дорогой. Здравствуйте, Борис Аркадьевич. Как ты вырос, а? Давно тебя не видел. Как дедушка? Уже не так сильно на меня сердится? Ну, думаю, нет, раз я здесь. Однако же сам мне позвонить пока не хочет. Ну, ничего. Для Арона Моисеевича что угодно. Даже встречу неизвестной девушки с моим боссом. Да, это Тина. Тина Борис Аркадьевич, Борис Аркадьевич, Тина. Проходите. У Бадри не так много времени. Да, мобильные телефоны придется сдать. Здорово, бойцы. Кристину не видели? Тимакову, брат, я ее что-то найти не могу. Так она не тренируется, руку сломала. Не, заходила на днях, душу искала. Нашла? Я без понятия. Больше ничего не говорила? Геймером интересовалась, белобрысым. Он до нее тоже грушу искал. Нафиг этот придурок всем сдался. Да он позанимал много у кого. Ага, вот тогда занимался. А чего с ним? Да уделали его на арене, как Бобика. В больничке лежит. Спасибо. Добрый день. Часто спрашиваю себя, зачем мне этот проект? Ведь проще построить здесь пару торговых и офисных центров, какую-нибудь фабрику или колбасный завод. Минимум риска, максимум прибыли. И что вы себе отвечаете? Я здесь родился, вырос. Это мой дом. Зачем мне деньги, если я не могу ничего построить, кроме колбасного завода? Надеюсь, у вас все получится. А зачем документы на парк, которые были у Ремезова? Вы даже объявили за них награду? Мне не нужны документы. Мне нужны имена членов комиссии, назначенные Ремезовым. А, чтобы дать им взятку, они установили нужные вам нормативы. Ну, это называется коррупция. Скорее, лоббирование. Ну, рано или поздно вы их все равно узнаете. Торги ведь открытые.
А мне не надо поздно. Я заплатил достаточно денег, чтобы Ремезов решил все вопросы в мою пользу. Но приехали москвичи со своими заводами и центрами. И он принял их условия, сделав вид, как будто меня и не было. И вы его убили. Тина. Я предпочитаю договариваться с людьми, а не убивать их. Я знаю, ты хочешь вытащить своего отца. Но для этого тебе нужно найти настоящего убийцу. Ну, либо признать, что твой отец виновен. Он не виновен. Но это суд решит. Поэтому советую найти настоящего убийцу. До суда. Значит, вы так и не нашли документы? И этот вопрос для меня по-прежнему актуален. У вас все? Как вы думаете, кто мог убить Ремезова? Вот это как раз он мне подарил года два назад. Что это? Сайленсер. Глушилка. Не дает прослушивать и записывать разговоры. Угу. Дело вашего отца — это лишь эпизод в очень масштабном расследовании, которое ведет московская ФСБ. Ремезов был для них главным свидетелем. Он обещал сдать всех коррумпированных чиновников города Милютинска, а также их подельников. Говорят, среди них действующий офицер ФСБ. Да, и еще киллера, который убил двух чиновников. Сотрудник ФСБ и киллер. Это может быть один человек? Может быть, может быть. Почему нет? Здравствуйте. Капитан Тимаков, ФСБ. Я ищу Полоскова Георгия, множественные травмы, возможно, сотрясение мозга. Он в 7-й палате, прямо и налево. Спасибо. Гош, тебя ФСБшник ищет. Что? Я его на всякий случай в 7-ю палату отправила. Как он выглядит? Высокий, в зеленой куртке. Кто это? Это Тиночка Маша. Мама твоего брата. Брат пришел в больницу, чтобы убить меня. Я видел, как он тянулся за пистолетом. Иди в полицию или ФСБ. Я хотел. Я решил сперва тебя предупредить, ты же мой друг. Гош, что ты от меня сейчас хочешь, а? Да ничего! Хватит жить прошлым, хватит тянуть туда остальных. Несколько часов назад меня хотели убить, я к тебе пришел как друг, а ты делаешь из меня врага. Ты уверен, что Влад хотел тебя убить? Ну ясный пень, это он тут ФСБшник, от которого беляш прятался. Тебя когда в клубе порезали, ты... Я не видела его лица, было темно. Я только одного не пойму. Если твой брат убил этого чувака из администрации... Ремезова. Зачем он подставил своего собственного отца? Или не отца? В смысле?
Влад едет, уходи. А ты? Я могу? Уходи, Гоша, иди! Чё ты трубку-то не берешь? Звонил раз 50. Как раз хотела тебе перезвонить. Хорошо, что ты тут. Надо поговорить. Ну, пойдем поговорим. Как рука? Отлично. Что ты делала в компьютерном клубе? А ты? Тин, ну да, без этого. Ты была знакома с Беликовым по кличке Беляш? Который обворовал Ремезова? Тебе и это известно. Я много чего знаю. Хорошо. Где то, что он украл? Думаю, у тебя. Чего? Ты украл документы и сим-карты после того, как пырнул меня ножом в компьютерном клубе. Ты дур, что ли? Или ты в игру в какую-то играешь? Нашего отца в убийстве обвиняют. Моего отца. Ты сейчас поедешь со мной и расскажешь следователю все, что знаешь. Никуда я с тобой не поеду. Нас всех ненавидишь? Кого всех? Меня, маму, папу. Я уже давно не понимаю, что творится у тебя в башке. Но ничего, сейчас мы постараемся во всем разобраться. Все вместе. Вместе с кем? Вместе со следователем. С твоей любовницей, вы с ней заодно. Тин, вот кто тебе это все внушил? Твой друг Гоша Полосков? Кто вас нанял? Бадрич и Чили. Влад, ты убил двух человек и подставил моего отца, чтобы отомстить. Тина, ну хватит нести чушь, ну. Куда ты меня везешь убивать? Угу. Какой у тебя план? Меня убьешь, папа в тюрьме. А с мамой что? Ты либо спятила, либо... Но я надеюсь, что все-таки спятила. Сиди тихо. Мне нужна твоя помощь.
Ты как? Нормально. Зачем он тебя сюда привез? Не знаю. С тех пор... Ай, не выходил. Пойду выясню, что здесь происходит. Я с тобой. Я не убивал ее. Я бы никогда, никогда. Я клянусь, это не я. Я клянусь вам, Тим. Я не убивал бы ее. Вы полицию вызвали? Нет. Ты знаешь, где меня искать. Младший сержант Борисов. Поступил вызов. Семенов, останься с ними. Ты, за мной. Знаете, где скрывается ваш брат? Нет. Вы уверены? Может, есть какие-то предположения? Его жена? Она живет у своих родителей. Мы отправляли туда людей, но он там не появлялся. Да потому что если... Послушайте. Она полночи просидела в машине, в наручниках. Ее похитил собственный брат. Вы представляете, что это за стресс? Возможно, если вы дадите ей немножко отдохнуть, то тогда она кое-что вспомнит. А может, и не вспомнит. Я лишь хочу сказать, что мы в полной мере готовы сотрудничать со следствием. Ну, конечно. Он сказал, что она была мертва, когда он зашел в дом. Это запись с камеры наблюдения этой ночью. Это ваш брат. А это Елена Александровна. Встречает ее. Это я сижу в машине. А через несколько минут камера будет отключена. Я могу поговорить с отцом? А зачем? Помогу найти вам Влада, когда поговорю с отцом. Привез меня к ней домой, чтобы подставить. Так же, как подставил тебя, когда убил Ремезова. Зачем ему это? Месть. Месть? За что? Пап, Влад считает, что вы с Ремезовым убили его мать. Ты знаешь, и Влад тоже. А мама? Да. Она давно знает. С тех пор ей стали сниться эти ночные кошмары. Так вот, что он хотел сказать, когда говорил про тьму. Я дурак ее
Не слушал, не понимал. Пап, это был несчастный случай. Это не был несчастный случай. Мы все в машине были пьяные. И я, и Ремезов, еще кто-то. Мы пытались скрыться от гаишников. Этого нет в деле. Все вопросы с нужными людьми решали родители Ремезова. В общем, нас отмазали. Пап, это было 32 года назад. Да. За все это время я так и не набрался смелости признаться в этом твоей маме. Она все держала в себе и жила с чудовищем. Пап, хватит. Это было в прошлом. Которое стало настоящим. Я знаю, где Влад. Я могу сдать его прямо сейчас. Правда можешь? Он твой брат. Ты веришь ему, а не мне? Вы мои дети. Оба. Я когда в зеркало смотрю, вижу вас. Зеркало. Зеркало. Точка. Не делай того, за что потом не сможешь простить себя. Ты выяснила, где Влад? Или ты знала об этом раньше? Он позвонит маме, это точно. Когда узнаю, сразу вам скажу. У нас к тебе будут еще вопросы. Конечно. Я могу еще раз посмотреть ту запись, на которой Елена встречает Влада? Тина! Привет. Привет. Что ты тут делаешь? У нас дома обыск, у родителей обыск. Вызвали. Влада ищут. Они думают, что он убил эту женщину. Елену, следователя. А ты так не думаешь, нет? Ты же говорила, что она его любовница. Влад может обидеть, может обмануть, но он не убийца. Пожалуйста, не надо ему мстить сейчас. Не могу дозвониться Владу. Телефон отключен. Я его с работы искал. Не знаешь, где он? Нет. Увидишь, скажи, пусть позвонит. Хорошо. Напомнишь, ты тут пряталась? А он не мог тебя найти, и он забрался вот на это дерево, упал, сломал руку. А ты плакала так, как будто это тебе было больно. Мам, я испугалась, мне было 5 лет. Так и не помирились. Нельзя жить только в прошлом. Куда ты? Мам, мне по делам нужно. Стой.
Мне сегодня снова приснился тот сон. Про темноту. Все будет хорошо. Не волнуйся. А я знаю. В этом сне я сегодня впервые увидела солнце. Оно взошло. Одна? Да. Почему? Родители тебе верят. А ты? Она сама меня вызвала. Прислала мне СМС. Помнишь? Елена. Да. Когда вошел в дом, почувствовал странный запах. Знаю, я думаю, что это был какой-то усыпляющий газ, хлороформ или эфир, может быть, не знаю. Таким усыпили папу, когда он подвозил убийцу. Единственное, что я смог увидеть, это Ленка лежит на полу, потом отключился. А очнулся уже утром. Прости меня, зря там я все это. С наручниками. Ладно. Я видела видео с камер наблюдения, где Елена встречает тебя на крыльце. А, это все подделка. Я знаю. На твоей машине было зеркало, которое я сломала. Ногой. Слушай, кто-то заранее готовился подставить тебя. Как думаешь, кто? Я думаю, что это Бадри Чичилия. Да нет. Ему только нужны документы по городскому парку. А вот Беляш, он сотрудничал с каким-то ФСБшником. Думаю, искать нужно среди твоих коллег. Мне надо заново пересмотреть документы. Материалы об убийстве Ремезова. Видимо, я что-то упустил. Привет. Слушай, мне снова нужна твоя помощь. Привет. Добрый вечер. Что-то случилось? Нам надо подписать некоторые документы перед завтрашним заседанием. Дай ключик от моего кабинета. Здравствуйте. Вечер добрый. Буквально полчаса. Можешь никого не предупреждать. Хорошо. Вот эта папка. Ты знаешь, что делать. Спасибо. Ты никому не звонил? Я как будто слышал класса. Нет. Клиент новый. Сейчас прочтет документы, подпишет, а завтра уже в суд. Ну, ясно, раз дело срочное. Как сегодня? Давно все ушли? Последним Арон Моисеевич ушел минут за 15 до вас. Разминулись вы с ним? Жаль, что не застал. Что? Ты позвонил деду? Шалом, Яша! Деда, а я? Ты посмел за моей спиной от моего имени договариваться с Рубинштейном? Мне надо было поговорить с Бадри. Тебе или твоей подруге? Она здесь? Она подписывает договор у меня. Даже не додумался включить свет в своем кабинете.
Что ты здесь делаешь? Я вызываю охрану. Деда, ты не имеешь права. Это я ее сюда пригласил. Пошел вон отсюда, чтобы ноги твои здесь больше не было. Как можно быть таким эгоистом? Что ты сказала? Вы прекрасно слышали, что я сказала. Дина. Вы хоть раз спросили, что он делает, почему? Да потому что ты задурила ему голову. Да потому что он хочет помочь невинному человеку. А вы заботитесь только о своей личной репутации. Пошли вон отсюда. Оба. Сейчас. Вот, нашел. Через 5 минут папа поедет на фабрику. Мы проверили все камеры наблюдения. Ни на одной нет человека, который подходил бы к такси. Я не знаю, может быть, он вышел вот из этого грузовика? Номера не видно. Да это я тебя увеличу. Мильстрой. Торгово-строительная компания. Владелец – муж Лены, Илья. Вот у него был мотив меня ненавидеть. Он был одним из спонсоров избирательной кампании Ремезова. И наверняка знал обо всех расследованиях. И вовремя предупреждал Ремезова о опасности, если касалось деловых партнеров. Мильстрой часто получал госзаказы. Думаю, если хорошенько копнуть, то окажется, что они являются одним из главных подрядчиков. Год назад наш отдел заинтересовали 2 странные смерти чиновников. Черноштан и Приходько. Ну, они выглядели как обыкновенный несчастный случай. Лене поручили расследовать это дело. Она начала проверять всех причастных лиц к смертям. Вот тогда мы с ней начали встречаться. Такой уж наивный этот муж Илья. Наивными оказались мы. Ее начали шантажировать нашим романом. Ну, тогда мы расстались. Ну, она сделала вид, что она повелась на шантаж, вышла на Ремезова, который обещал рассказать ей о всех подельниках и откуда он знает о федеральных расследованиях. Ну, а зачем Илья подставил папу? Я не знаю. Может быть, изначально велась слежка за мной? Но проследить за сотрудником ФСБ не так уж просто. Он стал следить за родителями и послал Беляша. Ну, тут возникла главная проблема — Ремезов. И не знаю, откуда Илья об этом узнал, но одним выстрелом 2 зайцев. Устранить свидетеля? Отомстить любовнику жены. Прости. У него неплохо получилось. Ну, тут как сказать, он же и на нее напал. Ему нужны сим-карты. С помощью них можно установить связь Мильстроя с Ремезовым. Такая улика. Конечно. На них висели огромные бабки. Там и откаты, и взятки. Чего только нет. Он послал Беляша украсть сим-карты. Беляш понял, что его ждет, и решил с помощью Гоши залечь на дно. Так он и до него добрался. И до сим-карт. То есть Илья выманил Ремезова на фабрику, убил его и подставил папу. В тот же день он поехал провожать на вокзал жену.
Ленка поехала встречаться со своим главным свидетелем, договориться о сделке. Но она не знала, что свидетель-то уже мертв. Нужно найти сим-карты Ремезова, найдем их, найдем доказательства. Угу. Но где их взять? Не знаю, в доме у него. Залезть к нему в дом. Тина, но он же не будет держать их в ящике стола. Я согласен с Ладом, это опасно. Сейчас не надо делать идиотских поступков. То есть я идиотка? Или ты струсил? И не надо его утрировать. Ты не можешь нарушать закон, если хочешь, чтобы он работал. А что ты такой правильный, а? Я могу и буду делать все, чтобы его засадить. Ясно? Если тебе что-то не нравится, иди домой к дедушке. А, к дедушке, с которым я поссорился, кстати, из-за тебя. Ну давай, извинись, ты же у нас такой правильный весь. Хорошо. Зря ты так с ним, Тина. Я сама разберусь, ладно? Все равно проберусь в дом к Елене. Это глупо, Тина. Он мог их выбросить, сломать, не знаю, сжечь. Мне не было в Милютинске в эти дни, я мотался по области. Как только узнал, сразу сюда. А в каких отношениях вы и ваша жена находились с Владиславом Тимаковым? Они просто коллеги были, а я его видел пару раз всего. Угу. Вы что-нибудь знали о деле, над которым работала ваша жена? Простите меня. Мне просто нужно время, чтобы прийти в себя. Конечно, конечно. Простите. Я к вам заеду завтра. Вот моя визитка. Вдруг вспомните что-то. Здравствуйте, Илья. Мы знакомы? Я знаю, кто убил вашу жену, Ремезову, и еще нескольких людей. Я думаю, в ваших интересах пообщаться со мной и выяснить, чего я хочу. Алло, Гош, ты там не дуешься? Слушай, мне нужна твоя помощь. Машина и еще кое-что. Хорошо. Последний вы убили свою жену. Обеспечив себе алиби, вы вернулись в Милютинск, после чего вызвали с ее телефона Влада Тимакова. Это вкратце, конечно. Я не буду говорить все подробности. Но они нам известны. Вам? Я здесь не сам по себе. Я представляю интересы одного человека, которому очень нужны документы, украденные у Ремезова. Решение горкомиссии по Ворошиловскому парку. Я не друг Влада и Тины Тимаковых. Все это время я работал на Бадре Чичилио. Знаете, у него есть такая же глушилка. Ремезов подарил. Короче, я сошелся с Тиной, чтобы найти документы. Как я понимаю, для вас они особой ценности не представляют. Если вы их мне передадите, то вы никому не расскажете весь этот бред, который вы мне сейчас поведали. Так? Я знаю, где находится Влад Тимаков. А ему известно все то же самое, что и мне. И он не только не станет молчать, он не успокоится, пока не закроет вас. Мы ему уже нанимателю. Вы интересны как партнер. Если Бадри получит парк, мы будем рады видеть вашу компанию среди наших подрядчиков. А я думаю, что мне стоит позвонить в полицию. А я думаю,
что вам стоит пойти домой и хорошенько все обдумать. Вы можете вызвать полицию, а можете сделать другой выбор. Сначала ты мне покажешь, где прячется Влад. Ну что? Будем дружить. Скоро к нему приедет сестра. Возможно, стоит убрать сразу же две проблемы. Сделай копии. Хорошая работа. Надеюсь, в скором времени сказать то же самое и вам. Твоим вопросом уже занимаются. А почему ты не пошел с этими документами в полицию? Нет никаких доказательств связи этих документов с Ильей. Полиция мне просто не поверит, пока вы не выполните свою часть уговора. Спасибо. Глушилка. Если у него сигнализация GSM, точно вырубит. Ну и вот, отмычка. Ну с этим даже ребенок справится. Точно откроет любой замок? Это ж не фуфло какое-нибудь. Откуда не фуфло? Так, знаешь, это не я в чужой дом лезу. Выпросил у одного чувака. Специально для тебя. Машину тоже выпросил. Ни зыркой не угнал. Так, я пошла. Когда зайду во двор? Да, да, объеду участок и встану там, с другой стороны. Молодец. Совет. В таком деле надо не забыть выключить мобильный телефон. В некоторых ситуациях даже вибро можно услышать за несколько метров. Ай, Гоша, ты... что бы я без тебя делала? Тина, включи телефон. Черт, где ты? На втором этаже проверь.
Хорошо, уходим. Документы были украдены из кабинета Ремезова за несколько дней до его убийства. Украл их Беликов по приказу Ильи Захарченко. Она отдала их вам? Да, взамен на информацию о нем. То есть эти документы Илье были не нужны? Нет, его интересовали только сим-карты. Документы были выкрадены случайно. И вы решили, что сим-карты Ремезова также находятся у Ильи Захарченко? Я же предупредил меня о своем плане. Я позвонил вам, как только его версия подтвердилась. Сим-карты будут у меня в течение часа. Их много. И за каждой стоит как минимум одно преступление. Интересно. Проверив их, мы сможем установить всех подельников Ремезова, включая настоящего убийцу, Илью Захарченко. Мы возьмем его в разработку. Но сначала сим-карты. Без них ваше обвинение выглядит голословно. Влад, ну ты же понимаешь. Да, придется посидеть тут, пока вы не разберетесь. Водителя грузовика уже ищем. Это Тина, наконец-то. Да, Тина, ты где? Я была в доме Ильи. Там были какие-то люди, они забрали симки. Тина, уезжай оттуда. Да, уже уезжаю. Тина, давай садись! Она возле дома Ильи. Там выстрелы. Влад, стоять! Стой, пока. Влад! Там сестра моя, говорю. Не дергайся! Соедините меня с дежурным. Тина, включи программу, которую я тебе прислал. Задержали водителя грузовика, некоего Опрышкина, который по вашей просьбе перекрывал камеры видеонаблюдения в делах об убийстве Черноштан и Ремезова. Также мы задержали Оганесина, который по вашей просьбе монтировал фальшивые видео в делах об убийстве Приходько и вашей жены. Они согласились на сотрудничество. Ну, даже если бы они молчали.
Ваше алиби в ночь убийства Елены Захарченко фальшивое. Вы были в Милютинске, у себя дома. Также мы нашли машины, проезжавшие мимо в тот момент, когда вы садились к моему отцу в такси. На двух были регистраторы. Там видно вас. Мы опросили свидетелей в делах о гибели Черноштан и Приходько. Трое признались в лжесвидетельстве. Самое лучшее для вас в этой ситуации – чистосердечное признание. Мне полагается адвокат. Я могу позвонить Аарону Бергеру? Тимаков, с вещами на выход. Папа, папа! Опа! Мне так плохо без тебя. Мне тоже без тебя очень плохо. Привет. Иди покатайся. Потом расскажешь мне все, да? Мы сейчас с мамой поговорим. Чего ты пришел, Влад? Спасибо тебе, что приходил на работу. Что просила за меня, спасибо. Просто не хочу, чтобы ее отец в тюрьме сидел. Вряд ли это как-то повлияло на расследование. Ир, это повлияло на меня. Ты изменился? Стал лучше? Не знаю. Просто я в какой-то момент понял, что у меня никого, кроме вас, дороже нет. Тебе одной не нужны были никакие доказательства. Ты верила в то, что я не убийца. Прости меня. Я не знаю, Влад. Наверное, время нужно. Я сделаю все возможное, чтобы ты меня простил. Thank you.